При разборе завалов аэропорта Донецка ополченцы нашли уже не менее 30 тел погибших украинских военных, обнаружили в новом терминале. Теперь отправят на опознание и будут разыскивать родственников, сообщили в Минобороны ДНР. Разбирать обломки зданий накануне начали отряды ополченцев. Сегодня к ним присоединились спасатели-волонтеры. Работают очень осторожно, так как часть территории может быть заминирована. Следить за разбором завалов начали было и наблюдатели ОБСЕ, представители Красного Креста, но и те, и другие поспешили уехать после того, как украинские силовики нарушили перемирие и обстреляли окрестности аэропорта.